Битбайбл. Приложение, которое заставляет вас читать один стих из Библии каждый раз, когда вы включаете экран блокировки. Давайте посмотрим на честные отзывы от пользователей и узнаем, что оказалось полезным. Я вижу стих из Библии, как только включаю свой телефон. Я провожу больше времени, читая его, чем статьи в интернете, и читаю его часто, даже если это всего лишь короткий промежуток времени. Я думаю, это приложение поможет мне, кто редко читает Библию, выработать хорошую привычку чтения Библии. Спасибо за приложение. Я всегда хорошо пользуюсь этим. Я смотрю на Библию чаще, потому что она появляется, как только я включаю свой телефон. Спасибо, как всегда. Я так благодарен, что могу прочитать хотя бы один стих в своей занятой жизни. Спасибо, Битбайбл. Что вы думаете? Если вы думаете, что это поможет вашей религиозной жизни, тогда скачайте его прямо сейчас. Это совершенно бесплатно. Ходите с Господом в каждый момент.